При миссионерском отделе Орловской епархии открылась школа юного рыболова. В школе смогут обучаться все желающие подростки и молодежь от 13 до 20 лет. Здесь рады видеть не только парней, но и девушек. Как рассказали в епархиальном миссионерском отделе, школа юного рыболова задумана как альтернатива вредным привычкам и дурному влиянию улицы. По правилам проекта его участники не используют нецензурную лексику, не курят, не употребляют спиртные напитки, а общение основано на дружбе. Программа школы рассчитана на 2 года. Занятия будут проводить члены Федерации рыболовного спорта Орловской области. Учащихся будут знакомить с теорией, а попутно они смогут практиковаться на водоеме. Желающие стать участником проекта могут записаться на ближайшие занятия через WhatsApp